пойдем куда-то. Здесь будет аллея с грибом такая, вот перед фоками, когда готовится. С насаждениями, с лапками, ну помните. Там парковка. Каждая клетка 5 метров. Там площадка. Ну, для мероприятий. Правильно, да. Правильно, да. Пенсионеров надо, будет, да. Надо танцевать. 4 зоны. Детская, отдых, спортивная. Ну и там посмотрим, что там еще. Такая вот. А здесь фонтан посередине, да? Нет, фонтан. Не будет, да? Лучше елку. У нас 20-метровая. Вот мы взяли елку такую. Фонтан вы где делали? Огромную. Фонтан в городе. В городе сделали, да? Фонтан обслуживали. Ну да. Ну дорожки все закатали, да? Да, место. Нет, вот эти вот остались. Корды. Раз. И вот это. Это беговая такая. Беговые там все сделано. Сейчас еще туалеты стационарные, освещение и живая изгородь будет. У нас забора не будет. Живая изгородь. Освещение, вот они показаны. Ну, Каргил помогает, да? Да, чуть. Да. На следующий год планирует оборот не забавлять примерно так же. Ну и мы со своими. Ну здорово. Пошли посмотрим. Там свай забили, да, куда мы поступили, а те будем проводить где-то в марте месяце, февраль-март. У нас планируется там еще 7. И когда нам федерация деньги дождаст? До 5 декабря они обещают, да? Обещают. Но пока постановления правительства нет. На данный момент, вот сегодня с утра я опять созванивался, постановления правительства нет. Ждем на днях. Но первый уже готов, Владимир Сергеевич. Но московский Нет, надо открывать. По старинной русской традиции, да, мы приветствуем почетных гостей в нашем доме хлебом и солью. Да, на сегодняшний день. Но дети стали прибывать. Так школу отремонтировали. Мы в рамках линии соединения уже второй год не работаем.